Запустили отопление, проверяют коммуникации, даже благоустроили территорию. В поселке Кирово почти готово здание амбулатории. Новое медучреждение появилось на месте старого, которое снесли из-за ветхости. 2 года жители поселка ездят за медпомощью за 3, 5 и даже 12 километров в другие филиалы поликлиники. Однако скоро медицина станет намного ближе. Амбулатория выросла за 5 месяцев. Здание, так называемая быстро возводимая конструкция, это амбулатория модульного типа. То есть привозится уже сюда готовая конструкция. Делается фундамент ленточный, собирается быстро возводимая конструкция из сэндвич-панелей. Вентиляция, электрика, охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение. То есть все предусмотрено. Площадь более 600 квадратных метров. Это самая большая модульная амбулатория в крае. Ее возвели в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Здесь будет стойка и картотека вот в этой вот нише. Амбулатория рассчитана на 5000 человек взрослого населения Кирова и около 1000 детей. Из старого останутся только их карточки. В новое здание закупили новое оборудование. Здесь мы планируем будет и взрослая сеть, и детская сеть. Взрослые сети будут вести приемы врачи-терапевты, гинеколог, стоматолог. Функционировать будет дневной стационар на 6 коек, процедурный и прививочный. Небольшая регистратура будет. В детской сети будут врачи-педиатры, фильтр-боксы, тоже процедурные и прививочные кабинеты. Детского отделения в старой амбулатории не было, ровно как и стоматологии. По словам главврача, если все пройдет по плану, они откроют свои двери пациентам уже в начале 2023 года. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком.